Итак, друзья, значит, сегодня пристрелочный день, сегодня 25 апреля. Завтра начинаются крупные соревнования по спортинг-компакту в клубе Ловчем. То есть главный приз Нива. Вот. Нива сразу стоит, уже подогнали. О, Женя Костылани. Подойдем, сейчас спросим, поздороваемся, что интересного у него есть. Евгений, приветствую. О, привет, привет. С приездом меня или вас. И вас, и меня. Собрались в Тольятти на любимый комплекс Ловчий Плюс. Привезли товары, правда, новинок в этом году не очень много, но еще ожидаются. Я был вот на выставке в Германии. Есть обзор у меня с этой выставки, там презентовал новинки, можно будет посмотреть, но они придут где-то в мае. Сейчас вот из новинок этого года, в принципе, он только делал шуги в новой расцветке. У нас были уже однотонные здесь вот со своим автографом Маурицио Костелани. Термобелье мы получили в белом цвете, но вот в такую погоду как раз актуально, да, чтобы солнышко не пекло. Но они также есть вот в разных цветах, как на мне. Уже стрелки полюбили их. Носят под жилет, очень удобно, не создает складок. То есть это термобелье, оно не просто, потому что это Костелани, оно бесшовное называется, не создает излишних здесь складок. Но если правильно подобран размер. Есть с коротким рукавом. Вот, кстати, сейчас уже хит продаж, просто жарко. Такая, тоже 4 цвета. Вот. А так у нас всегда есть в наличии разный выбор стрелковых жилетов. Есть классические варианты без рукавов. Есть вот модель, которая с рукавом, достаточно тоже известная. ТК Pro, это он делал к Олимпиаде в Токио. Задача этого рукава — зафиксировать вот это место вкладки, для того, чтобы, опять же, не создавалось лишних помех при вскидывании ружья. То есть задача — стойка, воротник и рукав, они фиксируют вот это место. На классических жилетах Рио вот здесь бывает у стрелков образуются складки, и при вскидывании ружья это может создавать помехи и отвлекать стрелка. Поэтому вот эта модель, ну, она не всем подходит, но многие стрелки уже оценили по достоинству. Так традиционно, если у нас там ветер, дождь, всегда в наличии ветровки, они же дождевики с капюшоном. Достаточно широкая линейка у нас компании Deer Hunter, это еще одна фирма, но она больше на охотниках специализируется. Но у них такой стиль, что можно и на стенде носить, не камуфляжные вещи. Да? То есть здесь тоже у них и куртки, и худи есть, и, в общем, с длинным, с коротким рукавом. Из аксессуаров стрелковые очки Костелани, в принципе, такой вот уже хит продаж, можно сказать. Три линзы набор будет стоить вот с этой карбоновой оправой 55 тысяч. Если взять обычную оправу, не карбон, я ее сейчас на витрине не вижу, там набор три линзы 45 тысяч. А покажите, какие линзы в комплекте линзы идут. Вот или вы сами, выбор, вы сами выбираешь, да, вообще вот в каталог, если взять, здесь 12 линз у них. Он взял просто самые популярные, которые существуют в линейке. Единственное, вот сейчас прозрачную ее сняли с производства. А так, вот начиная от самой высокой светопропускаемости Lime до самой темной Brown на яркое солнце. Ну и выбираешь себе по своим цветопредпочтениям и по своим... То есть, Евгений, скажите, пожалуйста, если, допустим, мы идем сейчас на пристрелку, мы можем взять у вас линзу, попробовать, да, пострелять. Конечно. И вернуть обратно, то есть выбрать, подобрать по факту линзы. Подобрать можно даже не стрелять, а вот выйти на площадку и подобрать под фон, да, то есть линза подбирается под определенный фон, вот фиолетовый цвет, он, допустим, он гасит зеленый цвет и выделяет оранжевый. Вот я даже отсюда одел, я уже это вижу. Ну, в принципе, пострелять можно найти какую-нибудь, чтобы потом аккуратно вернуть на витрину. Это вот еще одна новинка, это беруши, но это американское уже производство, их на выставке заметил в Германии. Их фишка в чем, что вот эта часть, которая кладется в ухо, ее кладешь в кипяток на 5 минут, она размякает, потом достаешь, кладешь в ухо, и она принимает форму мочки уха. То есть фактически они получаются по индивидуальному размеру, ортопедические. Это фильтр специальный. Он считается как активные беруши, но не на батарейках. То есть он глушит громкие звуки, но оставляет голос. То есть тот, кто любит слышать, что вокруг происходит,
Очень удобная вещь, особенно летом, когда жарко, в наушниках жарковато. А так, в принципе, у нас всегда есть наушники. Есть очки подешевле. Это вот, ну, они как тактические идут. Здесь за там, набор небольшой три линзы в районе 6 тысяч будет стоить. Также здесь у нас хит продаж. Это компактные кейсы. Народ уже оценил, тоже вся Россия почти с ними путешествует, потому что занимает мало места. Здесь расположение ружья сайд-бай-сайд, сюда кладется приклад, ствольная коробка, сюда стволы. Длина стволов подходит до 86 сантиметров, то есть 81 плюс чоки 5 сантиметров. Вот так компактно складывается. Есть специальный ремешок на плечо, повесил вот за такие крепления и пошел. Никто никогда не догадается, что у тебя там ружье, а не скрипка. Поэтому для поездок и соревнования очень удобная вещь. Она бывает вот комбинированная еще версия с кожаными вставками. Ну, видно, нет кожи. И бывает еще карбоновый. Карбоновый вариант, но он дороже, конечно. Но зато практически и цвет, обратите, друзья, какой цвет. Цвет, да, очень яркий. То есть это чтобы вы выделялись однозначно, да, пачка на стенде. Еще сейчас набирает популярность фирма Делоро, это тоже итальянская фирма. Очень классные очки. Да, они отличаются тем, что у них раздельные линзы, тоже очень легкая оправа, идет титановая оправа. Вот. Ну, раздельные линзы как бы на любителя, так скажем. То есть здесь вот есть прозрачная, у них идет такая заушная дужка, она фиксирует лучше оправу на лице. Вот. Ну, единственное, тут нюансы, что бывает боковая засветка за счет того, что не монолинза. Все-таки сюда рекомендуется использовать беруши, где-то у нас были. Вот таким образом закрывать от лучей солнца. Потому что, особенно когда линза флеш, вот как у шоры. Стрелка. Это шоры. Да. Ответ. Вот, ну, а вот, кстати, как в очках таких? Отлично. Мне, когда ветер глаза задувает и слезы, я с той стороны с подветренной одеваю такую штуку. Шо, и ну, все. Во-первых, может быть от ветра, да. А во-вторых, от бликов. Да, потому что вот та линза, как у вас, она немножко бликует, если внутри попадает. То есть это вот сразу линзы на эти очки идут, да, получается? Здесь они также пронумерованы для удобства поиска. Начиная от самых светлых, вот они идут с высокой светопропускаемостью, до более темных версий. Ага, вот это скажите, это на запчасти на пиратцы. Пиратцы у нас в наличии, пиратцы, беретта, криха, запчасти. А на беретту, на ДТ-шку можно тоже, да, все заказать. Что есть, у меня ДТ? Да. Вот, в Краснодаре, правда, но мы вышли. Ну, не важно. То есть у меня пружина просто раз на соревнованиях сломалась и прямо. И через вас заказывали. Ну, хорошо в наличии была. Да. Стрелок выучил. Я обычно с собой вожу, но в этот раз что-то собирался и забыл. А есть у вас такие, знаете, как пружинки такие там идут, они ломаются постоянно. Все на есть, на берете, все есть, слава богу. Сейчас на берету запчастей больше, чем на МЦ. На них не дойдешь запчастей, на итальянские привезли. Так, по вот этим еще очкам можете сказать стоимость? Сколько это? Здесь оправа стоит 21 тысячу, она еще отличается оправа по размерам. Здесь указан размер, это самый большой размер 2XL, но он самый ходовой. Вот это, допустим, модель, это размер L, вот здесь она вот указана. Made in Italy, вот она, L-ка. Но L-ка это больше женская, детская, она уже, и, соответственно, вот эта дужка меньше, то есть 2XL, вот даже если визуально вот так посмотреть, вот она видно, L-ка 2XL, не сильно она отличается, но отличается. Поэтому важно правильно подобрать размер, 21 тысяча оправа и 12 тысяч стоит пара линз. Это классических линз. Линзы, которые флеш, они подороже, они по 16 тысяч получаются. Ну вот в таком, то есть в принципе, если взять оправу и одну пару линз, это получится 33 тысячи за набор. Евгений, это мушки пиратцевские, да? Пиратцевские, ну, в принципе, их крепят на все ружья, поэтому можно... То есть она клеится просто, да, или надо, чтобы обязательно паз такой был? На ДТ можно такую вот сделать мушку? Я думаю, можно, да. То есть надо немножко... Здесь есть Сергей Николаевич Кобяков, он умеет это делать, можно к нему обратиться. Он может ее приклеить. Так, а вот это что такое? Вот это? Это магниты, это цеплять на спинный номер. Бывает, что когда используешь куртку для стрельбы, не стрелковый жилет, а куртку, надо закрепить номер на спину. Вот это получается лицевая часть, она крепится снаружи, а вот это обратная часть, потаенная. То есть они просто друг к другу притягивают номер, и номер держится на спине и не создает помех.
Так, это вот смазочка у нас это для оружия. Масленка беретовская родная, да, это такая смазка для трущихся. Беретовская, немецкая смазка. В принципе, ее с Liquimoly производит, но брендирует под крышкой. А еще для береты шарниры есть вот эти вот круглые какие-то? Ну, для, я на память все не помню, но стараемся есть, самые, да, ходовые на берету, ага, держать, поэтому... Просто все, надо отлично знать номер с адрес схемы. Так что есть сайт Castellani наш онлайн наберете. Да. Если что, мой номер телефона, если какие-то вопросы проконсультировать, да, может быть, что-то заказать. Либо на сайт заходите, Castellani онлайн, в поисковике наберете Castellani и обязательно вам выдаст поисковик. А так мы стараемся ездить по России. Вот сейчас Тольятти, следующая Тула, потом Олимпиец. Потом, правда, перерыв будет несколько месяцев. Ну и по календарю в основном европейскую часть закрывать. К вам туда, конечно, посложнее на машине, но тоже стараемся выбираться и в сторону Сибири. Ну, в Омске вы будете на 6-м этапе. Постараемся, да. Но мы вас будем ждать. Да, спасибо. Спасибо за подробный обзор. За внимание, спасибо. Да, спасибо вам. До встречи.